полномочий по цензурированию загрязнений. У нас нет ни соответствующих инструментов мониторинга, ни соответствующих средств замера. То есть ну, для этого нам, очевидно, пришлось бы выехать в регион и каким-то образом где-то взять лабораторию для того, чтобы провести проверки и соответствующих сертифицированных специалистов. Как правило, мы работаем, исходя из тех обращений, которые поступают в наш комитет, и если они будут из региона, мы соответствующие запросы на уровне комитета сделаем, и эта ситуация будет рассмотрена в том числе на заседании комитета. Я для себя это не исключаю. Мы по сообщениям СМИ, потому что у нас мониторинг их осуществляется регулярно, мы, естественно, за ситуацией следим. Поэтому, если есть такая необходимость, мы готовы подключиться, и в том числе на комитете, рассмотреть эту ситуацию для того, чтобы соответствующие запросы сделать во все надзорные ведомства и подключить к этой ситуации всех. Но непосредственно у Думы полномочий по контролю качества воздуха, воды, почвы, радиационного фона нет. Мы орган законодательной и представительной власти. Спасибо большое.